1 ноября Святая Церковь чтит память священномученика Сергия Покровского. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Будущий священномученик Сергий родился 5 сентября 1880 года в Калужской губернии в семье псаломщика. В 1904 году Сергий окончил Калужскую духовную семинарию и был назначен учителем. В 1907 году он был рукоположен во священника. Своим беззаветным служением батюшка завоевал большой авторитет среди прихожан, к нему постоянно шли люди за помощью и советом. Он никому не отказывал. Когда начались гонения от безбожной власти на православную церковь, отца Сергия стали принуждать, угрожая репрессиями, отказаться от сана взамен обещая сохранить жизнь. Но протоиерей Сергий не поддался угрозам и не согласился на увещевание. В августе 1937 года отец Сергий был арестован. Прихожане из любви и уважения к священнику не оставили без помощи его детей-сирот. Помогали им всем, чем могли, и несмотря на опасность быть обвиненными в сочувствии к врагу, приносили продукты, чаще всего ночью, тайком. Допросы отца Сергия продолжались больше месяца. К предыдущим лжепоказаниям постоянно прибавлялись новые. Священника обвиняли в различных абсурдных действиях и преступлениях, которые он категорически отрицал. Наконец, изматывающие допросы были закончены, и 20 октября тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстрелу. Протоиерей Сергий был расстрелян 1 ноября 1937 года и погребен в безвестной могиле. Священномученик Сергий Покровский причислен к лику святых новомучеников и исповедников 6 октября 2001 года.